Ах, где ты, мое солнышко? Сказание о Деве Севера. Ах, где ты, мое милое? Это музыкальная мистерия с песочной анимацией. Музыканты поют и играют на различных старинных инструментах, таких как гусли, волынка, окарина, варган, свирель, бубен и другие. Особую атмосферу создает сочетание аутентичной музыки с электронной. Музыкальный стиль можно определить как этно-эмбиент, местами переходящий в авангард. Действие состоит из инструментальных композиций, песен и диалогов и занимает по времени 1 час 20 минут. Песочная анимация и драматические диалоги помогают зрителю глубже проникнуть в сюжет действия, в основе которого лежит сказка известного латышского писателя Карлиса Скальби. Герой сказки, молодой человек, отправляется в далекое путешествие в поисках загадочной Девы Севера. На пути его встречаются препятствия, которые лишь помогают ему стать сильнее и достичь своей цели. Явись над миром пламенно, яви былую силушку! Явись над миром пламенно, яви былую силушку! Явись над миром пламенно, яви былую силушку! Силушку, силушку!